Кугаев, ребята, с вами Рисман, и сегодня я вам расскажу, как превратиться в Дэдпула в Майнкрафте абсолютно без модов, при помощи лишь одного командного блока. Ну что ж, поехали. Для начала нам необходимо установить командный блок, открыть его, вставить в него команду, ссылка на которую оставлена под видео, и активировать командный блок. Затем просто дожидаемся построения машины и ставим лайки на это видео. Машина у нас строится достаточно быстро. И все, машина у нас готова. Теперь мы нажимаем по нижней табличке, и мы получили экипировку Дэдпула. Давайте мы ее все оденем. Также она нам придает некоторые эффекты интересненькие. И давайте выключим гейммод. Все, отлично. Теперь я с выключенным гейммодом, и как видите, я начал прыгать выше, бегать быстрее и вообще стал более резвым. Ну что ж, также у Дэдпула имеется оружие. Давайте его скрафтим. Оружие у него достаточно разнообразное. Первое — это у него мечи. Для этого мы, для их крафта мы скидываем бедрок, обсидиан и железный блок по порядку под себя. И мы получаем два меча. Также мы крафтим гранаты, точнее гранату и мину. Для этого скидываем железный слиток, порох и кварц в одно место, и мы получаем гранату и мину. Давайте их вот так поскидываем немножечко, три, думаю, хватит. Это мы уберем. Ну что ж, давайте начнем по порядку. Первая — катана. Катана нам дает гораздо больше здоровья, как видите, эффекты регенерации, защиты, восстановления. И она наносит урон, что мы убиваем жителя с двух раз. Также, как видите, от него отходят такие сердечки темненькие, интересные. И также мы менее уязвимы в этой броне. Что ж, давайте попробуем взорваться с крипером. Так, давайте возьмем яйцо крипера, наспауним их и посмотрим, как они нас будут взрывать. Так, вот они, криперы. Теперь гейммод выключим. И так, ну. Так, катана. Отлично, катана нас спасает. И я крипера сейчас убью. О нет, крипера я не за двух раз убиваю, с трех раз убил крипера. Что ж, напоминаю, что я играю в Майнкрафт 1.9 сейчас, поэтому здесь немножко другая система боя. Возможно, поэтому мечи убивают с разных ударов. Ну что ж, также у нас имеется второй меч, это карбонитовый меч. Ну, как только мы его выберем, сразу все здоровье у нас пропадет. Что ж, карбонитовый меч убивает с одного раза кого угодно. Давайте даже крипера попробуем. Да, крипера мы тоже убили с одного раза. И также у него есть еще одна маленькая особенность. Он может убивать всех мобов в радиусе 20 блоков, но мы меч потеряем. Ну да ладно, давайте это посмотрим. Скидываем меч посерединке и отбегаем. И все мобы вокруг сдохли. Что ж, также у нас имеется еще несколько прикольных вещей. Это у нас гранаты и мины. Давайте начнем с гранат, наспауним где-нибудь криперов и кинем в них гранату. Видите, граната их начала взрывать. Давайте кинем еще одну. И наши криперы взорвались. Также у нас есть мины. Поставим мину, и как только криперы входят в ее зону действия, она у нас взрывается. Вот еще один крипер, давай идем к нам. И мы его тоже взорвали. Ну что ж, ребят, на этом все. Кому понравилась команда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а с вами был Рисман. Всем удачи, всем пока.